Сегодня у нас картофельные шанишки на бездрожжевом тесте. Опара была с цельнозерновой муки. Вчера замесила тесто, ферментировала его в холодильнике всю ночь, а утром сварила пюре и делаю шанишки. Сейчас разложу картофельное пюре и дам еще настояться минут 20, пока у меня разогревается духовка. А выпекаю сейчас все на пекарском камне. И получается не просто вкусно, а вкусно, как из печи у бабушки. 25 минут выпекала в духовке на температуре 240 градусов. Затем убавила до 200 и выпекала еще 15 минут. Готовые шанишки смазала маслом и оставила отдыхать. Приятного аппетита!